Всем привет! Для подарка своими руками я решил использовать обрезок листа фанеры, который остался после изготовления полок в подсобном помещении. Это будет фоторамка в форме дома с объемным эффектом, который по моему замыслу должна придать толщина фанеры. Эскиз предварительно нарисовал в программе ProStore, которую обычно используют для проектирования мебели. Товарищи, обладающие художественными навыками, могут рисовать сразу на фанере. Я же переношу рисунок из компьютера при помощи линейки, транспортира и циркуля. Программа выдает все размеры и углы. Часть листа использую как ширму, чтобы мое изделие оставалось сюрпризом для домашних. Скрываясь за куском фанеры, я не рискую быть рассекреченным. В итоге решил мелкие детали отделки не использовать, оставил только крупные элементы. Мне кажется, и так неплохо. Едва стемнело, а подарок уже готов. Теперь одаряемые могут сами вставить фото обитателей дома и при желании все раскрасить. В следующих видео расскажу, как можно сэкономить на постройке такого настоящего дома. Так что ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите еще и на колокольчик, я вас точно буду информировать. Спасибо!